Финансовый контроль остается в приоритете. Счетная палата Мегино-Кангаласского района празднует 10 лет со дня образования. Отметим, что она является одной из первых в республике. Именно в 2006 году был создан контрольный комитет. Рассказывает наш корреспондент Екатерина Ефремова. Этот союз был создан в декабре 2007 года. Тогда было всего 7 членов. В данное время в союз входит 34 члена. Мы, собираясь и обсуждая вопросы, передаем свой опыт друг другу, работу. И, конечно, это дает возможность на местах принять новые решения. Заседание прошло с участием представителей контрольно-счетных палат из 20 районов, городов Якутск и Мирный, городского округа Жатай, сотрудников счетной палаты Республики Саха-Якутия, депутатов Государственного собрания Илтумен. Передовая и эффективная деятельность контрольно-счетных органов Республики Саха-Якутия явилась предпосылкой для получения доверия руководить постоянным представительством Союза муниципальных контрольно-счетных органов России в Дальневосточном федеральном округе. В этом году председателем этого союза был избран Иосиф Алексеевич Николаев. По итогам наших проверок обязательно мы делаем рекомендации, как устранить, как лучше освоить финансовые средства, которые заложены в бюджеты каждого района, каждого города и в целом по нашей республике. Ближайшим будущим контрольно-счетным органам предстоит большая совместная работа с депутатскими корпусами районов и Республики Саха-Якутия по формированию бюджета 2017 года и трехгодичного бюджета. Екатерина Ефремова, Александр Шадрин, НБК Саха, Мегино-Кангаласский Улус.